Добрый день! Представляем вашему вниманию лот «Мужской микс супер крем все сезон». Подробности смотрите в ссылке под описанием. И начнем мы с классных очень брючек. Это C&A и 32 размер, 34 длина. Хлопковые брюки, достаточно легкие. Здесь пиджак мужской. Это у нас тоже C&A. И это тут со льном пиджачок. И это евро 56 размер. Вот, очень классный, тоже очень такой натуральный материал. Приятный. Верхняя часть на подкладе, нижняя без подклада. С подплечниками. Дальше джинсы топ-лук, 28 размер, 30 длина. Немножко зауженные к низу, с потертостями, светленькие. К весне уже готовимся. XL размер, это Gildan футболка, хлопок. Так, C&A рубашка S размер. Здесь не хлопок, такой материал, очень гладкий, прохладный материал. По фигурке в обтяжку рубашечка. Здесь как тонковка на пуговицах, тоненькая достаточно, М размер, вот, хлопочек. Брюки C&A, 66 размер, похожи на микровельвет, вот такие очень тоже мягкие брючки, плотные. Gildan XL размер, это футболка без рукавов, плотный хлопок. Здесь Gold Toe футболочка L размер, тоже хлопок. Джинсы H&M, и это 33 размер. Толстовка M-очка. Таких толстовок будет несколько в этом лоте, и они разных цветов и размерчиков разных. Это двунитка, тоненькая толстовка с капюшоном. Жилет C&A и размерчик. Так, размерчик это Элька. Вот. Трикотажные домашние брючки S размер, внизу резинки. Здесь 3XL C&A. Майка в рубчик, очень хорошо тянется, прям прекрасно, очень мягкая. М размер, это Snow Edition от C&A, это скорее всего термо тонковочка, воротничок высокий. Здесь L размер, толстовка, двунитка. Ксара Элька, это футбольная форма, такая как поло с рукавами. М размерчик, толстовка, двунитка. C&A S-ка, короткий рукав, рубашечка очень легкая, хлопковая. Топ-лук 32 размер и 32 длина. Джинсы с потертостями, с дырочками на коленках. Немного зауженные к низу. Здесь еще новогодний такой пиджак. Евро 56 размер. Очень классный пиджачок с подплечниками. Свитшот от C&A, S-ка, без, а нет, даже немножко он с начесом, с тоненьким, плотный. Так, топ-лук, джинсы, 32 размер и 32 длина, здесь уже попрямее крой. М-ка, это Gildan футболочка, хлопок с карманом на груди. Здесь джинсы у нас 34 размера. Вот, очень интересный здесь такой декор, зауженный к низу. Здесь L размер, тонковка,
хлопок, тоненькая. М-ка, толстовочка, двунитка тоненькая. Так, Джек энд Джонс, брюки. И размерчик это у нас L. Да, L-очка. А, это не брюки, извиняюсь, это шорты. Хлопковые, плотные. Пиджак еще один. Это канда. Размерчик, сейчас посмотрим. 54-й размер. С подплечниками. С подкладом полностью по всей длине. S размер. Футболка, хлопок. Тоненькая. Здесь рубашка, короткий рукав. Это, наверное, XL. Хлопочек тоже. CND 38 размер и 30 длина брюки. Легкие брюки, хлопок. Здесь L-ка. Gildan 2XL размер. Тоже хлопочек. Футболка. Свитшот CND S-ка. Утепленный немного. Такой тоже, по-моему, уже был. Плотный. Брюки с новогодним принтом. Тоненькие брюки. 56 размер. Маечка. Спортивный трикотаж. И размерчик здесь XL. Identic Man L-ка. Рубашка хлопок, короткий рукав. Очень интересная расцветочка у нее. Здесь L размер, толстовка, двунитка. Gold Toy M-ка. CND. Хлопковая рубашка, короткий рукав. Это S размер. Тоже прям по фигурке такая. Slim fit это называется. 31 размер и 34 длина. Джинсы. Очень хороший. Прямой крой. Не широкие. Здесь Gildan S-ка. Футболочка. O'Neill's 2XL размер. Толстовка утепленная с начесом. Очень плотная. С капюшоном. Капюшон внутри еще сеточка. Подклад. Джинсы. Итальянские джинсы. И это размер 40-й. Вот. Тоже очень интересные такие дизайнерские джинсы, так скажем. Очень плотные. Как будто бы тоже с пропиткой они. Сзади резинка. Gold Toy L-ка. CND XL размер. Рубашка. Хлопок. Так. Толстовочка L размер. Двунитка. Тоненькая. Топ-лук джинсы. 36 размер. 32 длина. С потертостями, немного зауженные. Gildan 2XL. Здесь CND, 40 размер, 32 длина, брючки, тоже такие легкие брючки летние, можно сказать весенние, наверное. L размер, это Gold Toy футболочка. Здесь M-ка, Casa Moda, короткий рукав, хлопковая рубашка, тоже очень дышащая. L размер, толстовка. Второй размер и 30-я длина. Джинсы на пуговках, не обработанный низ, тоже очень классные джинсы, плотные. 40-й размер рубашка, длинный рукав. Здесь M-ка,
джинсы 42 размер и 34 длина. Вот такие. Широкие. 2XL. Это C&A футболочка. Хлопок. XL размер. Здесь футболка тоже хлопок с ярким таким рисунком. M размерчик. Толстовка двунитка. А здесь 42 размер. Очень классная такая фактурная немножко рубашка. Хлопковая. Длинный рукав. Гилдан 2XL. Здесь у нас толстовочка, двунитка, L размер. Рубашка Этерна. Комфорт Фит. Это 44 размер по рубашкам. И тоже хлопочек. Здесь М-ка толстовочка. Клокхаус L размер. Но здесь не хлопок. Но здесь, наверное, хлопок с чем-то. Вот она похожа как будто бы на балоневую такую рубашечка. Гладкая очень. Короткий рукав очень. Такая летняя. 2XL Gildan. Хлопок. Голтое Элька. Здесь М размер. Двухслойная рубашка. Очень тоненький, тоненький хлопок. Декатлоновская толстовка. Это Элька. Флисовая толстовочка, высокий воротник. Здесь футболка Голтое М размер. Томми Хилфигер рубашка, и это 40 размер, длинный рукавчик, тоже очень красивая расцветка. L размерчик здесь. Голтое L размер. Футболочки очень хорошие. Так, здесь C&A 2XL, толстовка, внутри петелька, плотненькая, с капюшоном. Gildan XL размерчик. Футболка. Snow Edition. Это L размер. Тонковочка, как из спортивного трикотажа. Мне кажется, это, ну вот, я уже говорила, это, наверное, термо. Это такие тонковки. L размер здесь. Футболка L-ка. Хлопок. Вот Snow Edition. Это L размер, и это брюки. Даже как они укорочены, как бриджи практически. S-ка Gildan. 2XL это C&A. Брюки хлопковые, домашние, возможно, пижамные. Не тянутся, но вот очень приятные тоже к телу. Клокхаус XS размер футболочка. И здесь шортики S размер. Тоже тоненький хлопок домашний. XL размер. Это рубашка Gin Tonic Man. Плотный хлопок. Здесь толстовка Everlast Элька. Флисовая толстовочка. И еще одна толстовка. Это L размер. Это двунитка тоненькая с капюшоном. Так, посмотрим дальше. Также есть аксессуары в этом роде у нас. Несколько галстуков. Вот два галстучка. Очень такие классные, яркие. Вот этот с новогодним принтом. Есть бабочка. Тоже красивая, очень шикарная. Боксеры новогодние от C&A. Это L размер с колокольчиками. Джинсы G-Star. Это 36 размер и 32 длина. Очень плотные джинсы. C&A рубашка M размер.
хлопковая тоже, фактурная. Вот так. Здесь размерчик у нас XL. Хлопок, очень приятная футболка к телу. C&A S-ка. Gildan L размер, маечка. Очень хорошо тянется. И она в рубчик. Хлопковая майка. 2XL размер. Это ну, как танковочка пола от C&A. Плотная очень. C&A премиум. Брюки 36 размер и 30 длина. Очень такие мягкие брючки. Тоже как на ощупь, как на вельвет похожи. Мягкие очень. Ксара XL размер. Это толстовка спортивная, возможно, футбольная, наверное, форма какая-то. Gildan M размер. Голтое M-ка тоже. Здесь толстовка L-ка. Ксара еще одна, это М размер, спортивный трикотаж тоненькая. C&A 30 размер и 32 длина брюки. Хлопок. Здесь голтое элька. Тридцать шестой размер, это тоже C&A рубашечка хлопковая. Длинный рукав, и она по фигурке, то есть не широкая. Rainbow джинсы 36 размер, такие вот интересные, с потертостями, там как будто бы заплатки, с нашивками, очень плотный джинс. Здесь на 170 футболка хлопок, очень приятная, прям вот, ну, она плотная. Плотный такой хлопочек и очень мягкий. Толстовочка М размер, двунитка. Голтое Элька. М размерчик. Толстовка. Здесь Элька. Длинный рукав, рубашка. Тоже хлопок. Сзади рисунок есть. Здесь толстовка из спортивного трикотажа. Это L размер, очень тоненькая. Прям вот совсем тоненькая. Тоже очень классная, с капюшоном с большим. А здесь L-ка, танковка. Хлопок. Толстовка L размер. Джинсы топ-лук 34-й. Размер 30 длина, зауженные книги с потертостями, плотненькие. Здесь М размер, это Роберто джинс, короткий рукав, рубашка. О'Нилс Элька, толстовочка, тоже спортивный трикотаж, плотная достаточно, но без утепления. C&A М-ка, маечка тянется в рубчик. C&A 40 размер, 32 длина брюки. Тоже очень классные брючки. C&A это поло с рукавами у нас, S размер. 164 ростовка шорты. Шортики не хлопковые, ближе что-то к спортматериалу. Здесь S размер. Здесь Элька, толстовочка, двунитка, голтое L размер, XL-ка, C&A танковка L размер, очень приятная ткань, тоже хлопочек, очень мягкая, Морган рубашка, очень красивый цвет, тоже такой весенний, летний, возможно. 41-42 размерчик. Прям очень красивая. Поблескивает. C&A M-ка. Это у нас опять же Snow, что там, Snow Edition. И под спортивный трикотаж. И это, наверное, термо. Бриджики
М размер здесь. Гилдан 2XL. Здесь тоже Гилдан 2XL. Топ-лук 28 размер и 32 длина. Зауженные джинсы. Очень глубокий, красивый цвет. Здесь М-ка. Гилдан XL размер, тоже цвет очень красивый, шикарный. Элька, толстовочка, двунитка с капюшоном. C&A M размер, это новогодний свитер, тепленький очень свитер. И такой очень нарядный, красивый. XL размер, готое. А здесь джинсы C&A, 33 размер и 32 длина. Плотный джинс, прямой крой. XL размерчик здесь.